Даррен. У нас тут снова убийство. Ты должен разобраться. Давно не виделись. Весь город только и говорит, что ты вернулся и начал расследование. Выглядит так, что Люк приехал домой, убил жену и сына, после чего покинул город и покончил с собой. Есть пара неувязок. У федералов другие версии? Люк был моим другом, он бы этого не сделал. Сынок, ты солгал тогда. Люк тоже солгал. В тот день, когда утонула та бедная девочка. Элли... Ты в курсе, что про меня говорят? Что ты убийца. То есть 20 лет назад погибла ваша с Люком подруга и обвинили тебя? Это был несчастный случай. Какие люди! Мало у нас мусора. Я не имею к этому отношения. Да ладно. Думаешь, раз стал федералом, сможешь меня в этом путать? Когда люди лгут так долго, то начинают считать это правдой. В городе ты улик не найдешь. А природа все помнит. Где ты была в тот вечер? Зачем мне врать? В каких отношениях ты была с Люком? Сынок, скажи правду, ты имеешь отношение к смерти той девушки? Обещаю, я скоро вернусь. Тайн.